Так, 10 сентября 2021 год, Харьков, 19:58 по Киеву в Харькове, дубль 4, по-моему, ИСО. Пробежать дальше могу, возможности техники позволяют, но не буду, потому как уже слишком низко. Луна над горизонтом, через очень плотные слои атмосферы мы на нее смотрим. Да, все, чем выше ИСО, тем чуще просматривается неосвещенная сторона Луны. Ну, ребят, вы видите, насколько мы близко уже к домам. Пошли. Венера была в первом дубле. А сейчас у нас оставшиеся в живых, последние из магикан. Сатурн 1 миллиард 369 миллионов километров. Да, все время мне хочется еще больше приблизить. Но, к сожалению, снимаю я фотоаппаратом Nikon Coolpix 5000. И это на данный момент самый мощный ультразум. Большего увеличения пока ультразумы Sony, Nikon не дают. Или я что-то пропустил в интернете. Очень хочу себе приобрести что-нибудь более мощное, хотя казалось бы, куда уже. Все время спрашивают, что у меня за телескоп в комментариях. Это фотоаппарат, ребята, который можно держать в руке. В общем-то, я так сюда и пришел. С фотоаппаратом и штативом, а не с телескопом. Ух, как ярко. Так, значит, у нас справа Европа, потом идет Ио, потом идет, очевидно, Юпитер. Больше похоже на Солнце, конечно. Ну и вот у нас еще сейчас ползут. Сейчас. Я тороплюсь, потому как боюсь, что Луна сядет за крыши домов. И вот у нас Каллисто и Ганимед спаренный. Ну, в таком ракурсе, конечно. Так, уменьшаю выдержку и смотрю, будут ли видны экваториальные полосы. Ну, вижу. В окуляр вижу, сомневаюсь, что это будет видно. На экране. Остался у нас максимальный размер светочувствительности ИСО 6400. И там должно быть неосвещенную часть Луны видно просто шикарно. Я, наверное, сейчас просто вот кадр поймаю, а потом переключу ИСО. Так, у нас сейчас 20:03 по Киеву в Харькове.
10 сентября 2021 год. Да, надо как-то всю луну поймать. Ну, где-то там.